Йоу, ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно. И сегодня вам расскажу, как скачать игру под названием Rush Wars. Это игра, новая игра от Supercell, от компании, которая сделала такие хиты, как Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach, по-моему, еще не сделали, Heyday, Brawl Stars, в общем, кучу крутых игр. И теперь они сделали игру Rush Wars, но она доступна крайне ограниченному количеству людей, особенно если ты живешь в СНГ, то достаточно бывает проблематично ее скачать. И сегодня я расскажу, как это сделать. Нашел обалденный игровой канал. Куча видосов как по компьютерным играм, так и по мобильным. CSGO, Minecraft, Geometry Dash, Fortnite. Это далеко не полный перечень игр на канале. Ты точно найдешь себе ролик по душе. Рекомендую подписаться, поддержи парня подпиской, ссылка в описании. Итак, друзья, для этого нам потребуется, собственно, программа ExpressVPN, но можно, в принципе, какую-то другую программу использовать для VPN. То есть нам нужен, в принципе, VPN, чтобы у нас были замаскированы IP-шники на канадские. Ну, собственно, давайте зайдем туда. Вот вы здесь можете видеть, что здесь у меня текущая локация Канада-Торонто. В общем-то, это очень важный момент, поэтому, ребят, обязательно запомните это. Нужно VPN. Далее мы создаем аккаунт Google. Мы создаем аккаунт Google как раз таки уже под этим VPN. То есть, так сказать, маскируемся, что якобы мы находимся в Канаде. И якобы оттуда мы создаем аккаунт Google. Типа у нас получается аккаунт Google канадский. Это очень важно, друзья мои. Это очень важно. Ну вот, ребят, вот, собственно говоря, мы и в настройках. Вот мы уже начинаем создавать аккаунт. Именно нужно новый создать аккаунт. Нажимаем кнопку создать аккаунт. Ну, типа для себя мы, собственно говоря, выбираем. Имя, фамилию, все это дело мы вписываем. Ну, в принципе, здесь можете написать и собственное имя, можете, собственно говоря, что угодно написать, тут уж как хотите. Просто создаете новый аккаунт Google. Далее, ребят, заходим в настройки. Нам необходимо найти приложение. Вот у нас, собственно говоря, приложение. У меня здесь куча, конечно, приложений. Поэтому сразу в поиск Google Play нам нужен. Так, ну что ж, идет поиск. Собственно, вот он, Google Play Market. Заходим в раздел память. Нам, короче, нужно почистить кэш. Нажимаем кнопку почистить кэш. Очищаем кэш. Далее, собственно, выходим на главный экран. Заходим в Google Play. Так, ну что-то я слишком рано здесь. На самом деле нужно поменять аккаунт на тот аккаунт. Ну, собственно, если у вас есть какой-то обычный аккаунт, да, в Google Play, нужно его поменять на тот аккаунт, который вы только что создали, с канадскими айпишниками, с VPN-ом вот этим, под Канаду замаскирован, да. И, собственно, в поиске просто пишем Rush Wars и находим. Собственно, все, ребят, очень просто. Вот, собственно, и появился Rush Wars. Вот можно здесь посмотреть все игры от Supercell, какие доступны. Ну, в общем-то, неплохо, согласитесь, неплохо, но могут меня, наверное, спросить: парень, а ты не обманываешь ли нас? Не какой-нибудь там монтаж или еще чего-нибудь там придумал? Или у кого-нибудь там, не знаю, спер видос и так далее? Нет, ребята, все на самом деле нормально, так сказать. Все окей. Давайте просто зайдем в Rush Wars, и тогда вы все сами увидите, окей? Все, нажимаем кнопку «Зайти в Rush Wars». Итак, друзья, вот, собственно говоря, мы в игре, и вот, собственно, вот она, ребят. Я еще хочу показать на вебку, что вот все на самом деле. Что могу я понажимать? Наверное, что-нибудь я могу понажимать здесь. Ну, допустим, вот эту вот кнопочку могу нажать, и вот, видите, она появляется. Все как бы окей, все нормально. В общем, надеюсь, вам этот способ помог. Если так, то почему будете поставить лайк друзьям, рассказать, колокольчик нажать. Обязательно подписывайтесь на наш канал, также подписывайтесь на другие мои социальные сети. Если вы ждете новые ролики по этой игре, то, ребят, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, и тогда мы обязательно сделаем в скором времени новые ролики по игре Rush Wars. Игра вообще классная, я немножечко уже успел в нее поиграть. С вами Макс Шубин, всем удачи, всем пока-пока.